Ты сейчас войдешь, просто ты уже вошел в историю, наверное, всех моих выпусков на канале. Мне сдается, что Бог меня за что-то наказывает. Оператор. Оператор говорит, а я тоже могу ехать снимать туда, я тоже хочу быть в безопасности. Я не хочу воевать. Я боюсь, я там религия у меня не позволяет, неважно. Я тоже хочу, я оператор, я хочу как Мудрик, Цыганков, Монатик и остальные звезды поехать туда, там снимать и ходить всем рассказывать, что поддерживать нашу Украину, зарабатывать деньги, тоже донаты кидать. Какой-то конструктор, инженер сидит, точно так же думает. Как вот к этим людям ты относишься и как вот им объяснить, или как ты вообще считаешь, справедливо ли это? Ты неимоверно, нежно, чарівна, поруч с тобою поводжуся дивно. Як це змінити? Це просто насилля. Ти така чарівна і така вільна. У нас дополнительное время. Несколько рубрик. Первая называется фоторубрика. Я тебе показываю фотографию. Это футболист, футзалисты. Тут все футзалисты. Фотографию футзалиста. Это мы проверим сейчас. Знаешь, я обычно гостей прошу, чтобы вот я показываю, ты говоришь, кто это, и какую-то историю, связанную с этим человеком. Потому что, как правило, фоторубрики – это мои подписчики в Инстаграме, но они и гости-подписчики. То есть, наши общие друзья, грубо говоря. Но почему-то мне кажется, хоть ты и сказал, что ты уже осваиваешься в киевском футзале, что ты еще не настолько всех знаешь, чтобы какие-то прям какие-то истории рассказывать. Мы проверим. Во-первых, мы проверим, насколько ты знаешь футзал. Тут будет всего 7 вариантов. Знаешь ли ты этих людей? Или вообще ты их не знаешь? Если говоришь, не знаешь, говори, пока не знаю. Знаешь, возможно, ты что-то сможешь там дополнить, сказать какой-то там момент, какой-то истории. Хорошо. Или просто мнение о человеке. Ты говоришь, если знаешь, говоришь, кто это, что это и что, что это, кто это и свое мнение о нем. Думаю, этого человека ты должен знать. Да, Димон Иванов. Да. Очень хороший парень. Познакомились мы с ним, наверное, в музыке, ну, в Артур Мюзике. Он сразу такой озорной, шутливый, все. И, ну, как-то вот по характеру мы вот так сходимся. И, ну, и, в принципе, даже по игровой манере мне нравится вот с ним. Такой юркий, быстрый. Ну, истории. Он смешной, всегда смеется, классный. Но вот мы все время с чего-то ржем там. Вот всегда, когда встречаемся, какие-то... Именно таких, именно каких-то историй вот именно с ним у нас пока что еще не было. Но я думаю, что еще все впереди. Знаешь ли ты такого знаменитого персонажа киевского футзала? Ворона. Виталий Воронков. Да, Виталий Воронков. Знаю вратарь в Броварах, в Авалоне. Ну, лично его сильно не знаю, но мы здороваемся всегда, то есть мы недавно подписались там друг на друга, там в соцсетях, там все, я вижу, что он там верующий, очень интересные там вещи рассказывает, что-то показывает, поэтому будет интересно познакомиться. Это пример всего киевского футзала, трансформации человека. Посмотри выпуск, мы с ним делали большое интервью, посмотри, чем человек занимался всю свою футзальную жизнь, очень многие о нем отзываются, как... У вратаря, который, в принципе, мог играть на самом высоком уровне футзала вплоть до сборной Украины, но сам загубил свою карьеру. Он это знает, он рассказал, как. А сейчас строит новую жизнь с помощью Бога. Выздоравливает. Что-то сейчас слышал, на костылях. Знаешь ли ты этого героя? Ну, визуально знаю, по имени не помню. Валерий? Честно.
Брашко. Ну вот, слышал, но я лично не знаком. Тоже достаточно знаменитый футзалист, который играет сейчас в Десне. Угу. Этого ты знаешь, оставим на потом. Знаешь ли ты этого героя? Юрий Щерица. Да. Да, знаю. Скидки там за сборную по пляжному играет. Ну, лично с ним так не знаком. Не было там истории где-то, чтобы мы сильно пересекались на футбольных полях. Ну, ничего такого сказать не могу. Вроде нормально. Просто знаешь его визуально. Да, 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 нормальный, адекватный, вроде парень, все. Да, зеронька нашего пляжного футбола. Не, ну да, он молодчина, крутит, вертит там прилично. Что-то мне подсказывает, что этого парня ты знаешь. Ардашников. Ну, конечно, это самые быстрые ноги на Диком Западе. Хороший, хороший парень, такой тоже веселый. Ну, говорю, в принципе, мне нравится вот, вот эта обойма футбольная, футзальная. Тут все люди хорошие. Вот, вот я думаю, что тут кого не показать, тут все прям вот... именно истории таких сильно еще не было. Просто я еще не так долго в футзале. И пересекались в основном в футбольных полях. Ну, где-то там после игры, где-то такое прогуляться, где-то посидеть, бокал выпить этот и все. А так, ну, историй таких сильно никаких не было. Всегда, я же говорю, настроение, всегда классно, все, все интересно. Знаешь ли ты, точнее так, что ты можешь сказать об этом человеке с добродушным лицом? Ну, конечно, что я могу сказать? Саня Чернышин. Ну, это руководитель такой вот в Агромате. Я увидел, насколько это... серьезный человек, подходит правильно ко всему. Я так уже заметил это, он к работе так подходит и к футболу также. Он очень переживает за всех. Такой вот, он душа, мне кажется, вот Агромата, который направляет, помогает и руководство, которое, например, там еще выше, и футболиста вот связывает, вот, ну, очень делает большой объем работы. И вот я думаю, таким людям вообще цены нету. Ну, вот в компаниях, в таких командах, и он вообще очень классно все делает. Угу. Валентин Бондарь. Знаю, тренер сборной по соке, получается. Ездили мы на чемпионат мира, то уже поработали вместе. Это потому что мы были знакомы, потому что играли друг против друга. Ну, не друг против друга, а он как тренер против его команд играл, то есть понимал, знал. И тут уже вот под наставничеством, можно так назвать, то ездили на чемпионат мира. Да, ну, хороший человек также, что ему сказать. Тут, ну, говорю, историй таких, вот история только то, что мы ездили вместе на чемпионат мира, очень хорошая поездка, было все классно, и, говорю, хотелось бы только лучше выступить, и все. А так, все люди хорошие, я говорю, мне очень нравится. Друзья, теперь каждый мой подписчик в Инстаграме, коими вы и являетесь, сможет попасть ко мне в программу с Исоевщиной. Для этого вам ничего не нужно делать. Я буду сам выбирать одного из вас и вставлять в одну из рубрик программы под названием «Фоторубрика». Показывая вашу фотографию, мои герои будут рассказывать о вас и высказывать свое мнение. Следующая подрубрика называется «Вопрос выпуска». Здесь может быть любая тема, который ты там выскажешь мнение о ней. Я тебя спрошу, а ты выскажешь на эту тему свое мнение. Серьезная тема. Сегодня она очень актуальная. Кто-то ее пропускает мимо, как бы не обращает на это внимания. У кого-то есть мнение, что все правильно, а кто-то считает, что нет. Твое мнение. Как ты относишься к тому, что во время сегодняшней войны всем людям, всем мужчинам запрещают выезжать со страны. Согласен ли ты с этим? Считаешь ли ты, что это правильно? Либо ты считаешь, что каких-то, допустим, например, артистов, спортсменов, актеров, я не знаю, еще кого-то нужно выпускать. Есть, допустим, вот комментарий был от одного, от одной девушки. Я так понимаю, она была мама, я покажу это сейчас. Я так понимаю, она была чья-то мама. Вот она написала такой комментарий на эту тему.
Сьогодні наш тренер, який віз дітей на змагання з плавання до Польщі, не зміг перетнути кордон. Діти залишились без тренера, бо він просто тренер, а не якийсь депутат чи співак. Ну, то есть, понял, дітей, а это. Твоє мнение вот на все это, на весь этот счет? Ну, мое мнение, если есть правило, то оно должно быть, ну, как говорится, одно для всех. Если не выпускать, то, например, не выпускать всех. Или же выпускать, ну, например, вот они сказали, таких-таких-то можно, но тоже там вот ограничения. Ну, есть по марке в ограничениях, мне кажется. Ну, например, те же тренера, которые там вот выезжают, не выезжают, это проблемно. Ну, например, дети надо развивать, это все, спорт, это также. Надо, чтобы также отвлекались от всего. Потому что, ну, будет морально и также тяжело там и детям, и все остальное, потому что за ними будущее. И то тоже надо это учитывать. Ну, мое мнение, надо правильно это все с точки зрения там, вот, будущего рассмотреть эти вот моменты, потому что, например, если тренеров не выпускают, ну, я просто не знаю, я так понимаю, их не выпускают тренеров, да. То, ну, это плохо, потому что, ну, дети, они должны развиваться. У нас сейчас, понятно, есть также и турниры внутренние, но можно и за границу, потому что там будет обширно, дети будут, там уже совсем по-другому все. Во-первых, там нету, ты знаешь, что ты в безопасности, это в первую очередь. И плюс у тебя кругозор расширяется. Как ни крути, за границей у тебя все по-другому еще, все становится. Поэтому... Хорошо, такой пример. Близкий к тебе, в частности, к нам, хотел сказать, к тебе. Наши звезды. Большого футбола. Мудрик. Поехал в Челси. Он уже, слава богу, не ребенок давно. Ну, да. Но он уехал. Зарабатывать деньги. Безопасность. Миколенко. Кто там еще? Кто-то у нас уехал. Цыганков. Жирону. Футболист тоже. Это не дети, это профессия футболист, который, спортсмены, которые поехали зарабатывать безопасность, деньги. Как ты к этому относишься? Я отношусь правильно, то, что их выпускают, потому что они являются игроками там, на данный момент. Там Миколенко уже был, Мудрику там, он подписал, уехал. Ну, это правильно, потому что развиваться надо. Все равно в стране, футболу, вот, например, в стране. И... Тут только, ну, тут что-то тяжело вообще сказать на эту тему, мне кажется, потому что... Ну, ты за то, чтобы спортсмена выпускали, так как особенно, наверное, футбольная, как ты уже сегодня сказал, карьера, она скоротечна. Ну, это тоже, да. Ну, плюс они могут помогать стране, например, тем, что они умеют делать. Потому что, ну, например, вот футболисты, там, спортсмены, они всю жизнь там занимались этим делом. Они не работали, там, военные кафедры там не проходили, там, это, если есть такие, то, я не знаю, там, уникальные какие-то случаи были, то они могут, например, зарабатывать деньги. Ну, например, есть звезды, которые там топ-уровня, которые знают, что зарабатывают много денег. Они могут просто помогать стране финансированием своим, то есть они поедут, окей, да, у них там, они знают, что они не пропадут, плюс они там в безопасности тоже, плюс, ну, это будет только на развитие, они также могут развивать и помогать это там детскому футболу и все остальное. Это правильно. Дальше. Артисты, певцы. Ну, это все, война, это же такой плацдарм, тут это информационный и все остальное, то есть артисты, спортсмены, это же все, через нас это все передается, потому что, например, если там кто-то публичный, за ним следят люди, и он должен доносить правильную информацию. Если это патриоты, которые делают это правильно, то есть, конечно, ну а почему нет? Если это хорошие люди, они, то есть это с корыстной целью. Ну, например, если он умеет стрелять, он говорит, я пойду стрелять, буду помогать стране там, то окей. А если он говорит, я не могу, например, стрелять, не умею, но я пою и могу заработать, например, там, на 10 танков там, относительно. Этот, все, я поехал, сделал там свое дело, так я помог, я так больше сделаю для страны своей и все. Но есть, допустим, остальные профессии, например,
оператор. Оператор говорит, а я тоже могу ехать снимать туда, я тоже хочу быть в безопасности. Я не хочу воевать. Я боюсь, я там религия у меня не позволяет, неважно. Я тоже хочу, я оператор, я хочу как Мудрик, Цыганков, Монатик и остальные звезды поехать туда, там снимать и ходить всем рассказывать, что поддерживать нашу Украину, зарабатывать деньги, тоже донаты кидать. Какой-то конструктор, инженер сидит, точно так же думает. Как вот к этим людям ты относишься и как вот им объяснить, или как ты вообще считаешь, справедливо ли это? Ну, я думаю, что это несправедливо, в первую очередь. А если есть возможность у них ехать, например, и зарабатывать, помогать тем, что они умеют делать, и помогать, это на пользу будет стране идти, то почему нет? А если их не выпускают? Ну, я же говорю, для этого, для чего их должны выпускать? Для того, чтобы они делали пользу. Ну, например, здесь они сделают меньше пользы, потому что сейчас, на данный момент, очень мало ресурсов и все остальное. Сейчас самое основное – это война. Чем бы ты ни занимался, то тут все равно самое главное нам победить, быстрее это все закончится и жить нормально, продолжать жизнь. И если, например, не мой конек, например, воевать, там, я не умею это делать, я никогда там не держал оружие, ничего не понимаю в этом, то от меня пользы там будет просто нулевой. А если я могу, например, там, я занимаюсь чем-то и могу выехать за границу и заработать там деньги для страны, которой помогу, ну, это не то, что я там поехал и сам поехал отдыхать, куражиться. А для того, чтобы помогать стране, почему нет? Просто тут же вопрос, что их не отпускают. Они говорят, да, мы хотим помогать, а их не отпускают. Ну, можно делать, ну, мне кажется, вот можно делать, вот заключать какие-то вот договора, что, например, вот ты на работу идешь, там у тебя какой-то процент будет идти от этой работы на пользу там страны. Я просто понимаю, что много будет кто уезжать, но суть в том, что все равно те, кто прячутся здесь, они также и прячутся. Те, кто патриоты, они будут патриотами. Хоть за границей, хоть это. Например, скажут, что вернуться, приехать, помогать стране, приедут, вернутся те, которые патриоты. И также внутри. Каждый выполняет свою работу. Поэтому это все уже относительно. Потому что, например, я учитель в школе. У меня есть, например, я знаю, что у меня есть отсрочка вот на год. Я вот на учебный год, меня не трогают. Почему? Потому что я также приношу пользу для своей страны, для детей. Я их учу, помогаю также. Мы также развиваем это все внутри, то есть школы, мы поддерживаем Украину, правильный дух ставим, то есть все окей. И также каждый в своей работе может делать. Просто что если нет возможности это делать у нас в стране, а можно делать за границей, можно было бы какие-то договора придумать, это было бы нормально. Потому что тот же человек будет, например, скрываться у нас здесь, так как это все делается и так. А забирать, ну, там, всех подряд, ну, я думаю, что если уже будут всех забирать, то будут всех. Уже не важно, кем ты работаешь, что, уже когда все начнется, там какая-то уже просто полный ужас, там, или еще там людей будет дефицит максимальный, тогда уже, там, например, скажут, что все надо, чтобы шли, то придется всем идти. Принимается. Подрубрика «Три запретные темы». Как ты думаешь, какие? Какие существуют три темы, о которых не очень принято разговаривать, потому что вечно чем-то все закончится не очень? Ну, семья, наверное, что-то семейное, там, вот эти дела. Ну, типа, про деньги там. Что-то, ну и там типа личные, ну, какие-то вот отношения. Почти, почти. Вот эти темы мы как раз и затронем. Сам выбрал. Да, да. Три темы, они всегда одинаковы. Политика, религия и деньги. Ага. Начнем давай с политики. За кого ты голосовал на президентских выборах и почему? Я отдавал голос за Зеленского. Ну почему? Потому что я в него верил. Ну, то есть я не силен в политике, я не сильно понимаю, разбираюсь, но это человек, который любит страну и все делает для нее. Поэтому я выбрал, наверное, правильно. Изменения выбрал. Ну, скорее всего. Ну, на данный момент он вроде бы как показывает. Понятно, тут много разных слухов ходит, и хороших, и плохих, но это человек, который за страну сделает все. Ну, я уверен в этом.
До войны, год назад. Он 2 года был, по-моему, по сроку уже на тот момент, до февраля того года, 22-го. Плюс-минус, ты был доволен того кандидата работы, которого ты выбрал? Ну, в целом, так как ты не следишь за нюансами, а глобально вот так что-то... Все было нормально. Нормально. Вроде бы, да. Религия. Веришь ли ты в Бога? Да. В какого? Ну, я православный. Православный. Да. Ходишь ли ты в церковь? Да, хожу, но в последнее время вот не ходил, и хочется опять начать, потому что мне здається, что Бог меня за что-то наказывает. Как кажете. Нет, в принципе, ну да, я люблю, в церковь хожу, но особенно когда играл профессионально, то есть я там ходил регулярно, там каждую неделю. С Михаилом Коповцом? Не, ну не настолько. У него прям очень серьезный подход был. Этот... Ну, просто, что эта вера в Бога, она мне как-то вселяла уверенность. Ну, а потом как-то это все смазывалось, бывало, ну, и ходил реже. Но я также верю в это все, то есть Бог у меня есть. Придерживаешься ли ты всех праздников, всех этих? Нет, нет. Вот, максимально нет. Я в него верю, но верю где-то вот внутри себя, он мне помогает, все. Ну, я там не постую, ничего не делаю такого, но я верующий. Не ныряешь на крещение? Один раз только нырял за все время, и то это редкость. А что она дает? Я, честно говоря, не знаю даже, что она дает. Ты просто нырнуть хотел? Ну, хотел попробовать. Ну и плюс меня друзья позвали, мы типа в баню ходили. Из-за этого раз и нырнул. А так бы я не пошел бы. Я говорю, я что? Я сразу заболею, я же такой человек. Я простой. Ну, говорят, что не болеют те, кто купается на крещении. Деньги. Мы сегодня говорили на эту тему. Ты рассказывал, где плюс-минус какие зарплаты. Прямой вопрос. Сколько на сегодня ты зарабатываешь денег? За все. Я думаю, это уже не 18 тысяч, как в Эросе. Нет, это не 18. Ты тренер, ты играешь в 22 командах. Соври нам чуть-чуть. Ну, соврать могу, просто больше скажу. Потому что я вам сейчас не могу сказать, сколько я зарабатываю. Это не те суммы, которые тебе предложили в премьер-лиге, нижняя часть таблицы? Нет, не те. Меньше? Меньше. Меньше. Вань, у нас есть такая рубрика. Ты сейчас войдешь, просто ты уже вошел в историю, наверное, всех моих выпусков на канале. Объясню почему. У нас есть рубрика «Вопросы от зрителей». Вообще существует. Там бывают очень-очень... Бывают лайтовые вопросы, бывают очень неприятные ребята. Ну, очень неприятные. Ты первый гость, которому не задали вообще вопросы. Ну, я думал, спросили, кто это. Кто знает... Но я не буду тебе рассказывать, почему. С положительной стороны, что ты, допустим, там слишком положительный герой, слишком там хороший парень и так далее. Потом. Но тебе не задали вообще вопрос. Один задали, но один это, ну, смысл там. Такой лайтовый вопрос тоже о футзале. Я его сам тебя спрошу дальше. Вот, поэтому мне кажется, что с тобой еще знакомится мир футзала Киева. То есть кто-то тебя уже, конечно, знает там, где ты поиграл, но еще есть ребята, которые тебе знакомятся. То есть еще не нашли тебе вот это, знаешь, тут же вопроса не нужно. Иван, ты такой хороший футболист. А расскажи, вот почему ты такой хороший? Это же не очень интересно будет. А тут же колкие вопросики такие, что тебе было, чтобы ты сидел и... Как-то так не очень тебе приятно было. Я за деньги тебя спрашиваю, ты уже, видишь, чик, ну да. Много. А таких вопросов много. Поэтому я думаю, что тебе, в принципе, повезло. Мне так кажется. Но это не все, а это только начало рубрики «Пенальти». У нас «Пенальти». Рубрика «Пенальти» – это 3 вопроса задаешь ты мне, 3 вопроса задаю тебе я. Начнем мы с тебя. Любые. Мне интересно, почему меня выбрали как героя программы? 2 недели назад, или 3, или 4, неважно, в течение месяца, у меня был в гостях Андрей Давиденко, который я сегодня упомянул, который был... Я его упомянул до съемки. Это президент футзального клуба «Грифон», против которых вы играете. Он же играет там, учится. И он работает в органах, которые занимались расследованием договорных матчей в 2018 году, когда гремела вся УПЛ, я не знаю, помнишь ты или нет, вот там судьи он ловил, там, ну, там серьезное дело, луча на лучи, когда много чего было. И вот Андрей ко мне пришел в гости,
на твоем месте сидел, только чуть в другом месте, и спросил такой же вопрос. А почему ты, почему я? Я ему ответил, а тебе, ну, я ему ответил так, как действительно есть, что я за Андреем следил там полтора года, и вот пришло время, я решил, что сейчас. За тобой, Андрей тоже любит следить за всеми по сей день. Знаешь, когда я первый раз услышал имя и фамилию Иван Гребенюк, как ты думаешь? Просто, что тебе приходит в ум? Летом, мне кажется. Летом, тебе кажется. А мне кажется, что лет пять назад. Когда я играл в футбольный симулятор. А, ну, было дело, да-да-да. А ты же там есть. Есть же вот эти вот до там, второй лиги Украины. Да, 75-я да. Лига Малайзии. Там же все есть в хорошем этом. И вот я очень любил брать Олимпик Донецк, а и выводить там, его. А ты же там же трансферы своеобразные. И вот у меня был Иван Гребенюк, помнишь, что за парень. Потом начал там новостях. Я тоже фанатик большого футбола. Следи. Тогда я тебя еще узнал. Получается, я и персонаж с этого. Виртуальный. Да. Но я тебе скажу больше. Я тоже виртуальный. Хотя я играл внизу на город Киев в первую лигу. А была какая-то FIFA в каком-то году. Футбол-менеджер. Там 2012-14. Что-то такое. Да, где-то эти года. И там вплоть до любительских любительских лиг Киева было, до второй лиги, до первой, атлет там был. То есть там такие, я там был центральный защитник, никогда не был. То есть понял, там мы все чуть-чуть серьезно виртуальные, да, люди. Так вот, почему? Потому что вот ты мне, я редко говорю, вот очень, знаешь, чем интересен? Тем, что я уже только что сказал, тем, что я сам с большого футбола, я тоже до 25 лет, кстати, играл до травмы большой футбол, не знал, что я футзал. Вот. И мне очень интересна история, когда человек профессионально играл большой футбол, профессионально, не просто на город Киев, первой лиге, маялся где-то там на горбылях этих, особенно в те времена, а когда человек играл профессионально в большой футбол, в Эресе, в Сумах, видишь, как я говорю, не Сумы, как многие говорят, да. Сумы, я знаю, вот, и перешел, смог перейти в футзал, смог здесь себя показать, и тоже играет. Ну, знаешь, есть мнения такие, так это не профессиональный клуб. Для меня это профессиональные клубы. Для меня профессионал – это люди, которые делают свое дело и получают за это деньги. Ну, вот это я так себе придумал, я так, может, ошибаюсь. Но ты вот для меня вот Агромат, Интер, вот вся вышка Киева. Для меня, хоть это и полупрофессиональные клубы, там, кто-то их аматорами считает, для меня это все профессионалы, потому что люди получают за это деньги. Мне же не платят за то, что я играю в своих кубок дна. Я же не получаю за это деньги, а вы получаете. Поэтому для меня это люди профессионалы. Вот женщина убирает здесь, она профессионал, она умело убирает, за это получает деньги. Поэтому мне история интересна тем, что ты играл на таком уровне серьезно, и тебе же не 39 лет, и даже не 42, а тебе всего. Тебе еще, ты говоришь, я отказался пойти в премьер-лигу. Ну, не знаю. Не знаю, мне что-то кажется, что это еще не конец твоей истории. Мне так кажется, не знаю, посмотрим. Через 4 года встретимся на третьем тайме, расскажешь, как там было. Вот, поэтому мне эта история интересна, как человек перешел вот сюда, здесь. И вот, ну, это... У меня таких гостей было ноль. У меня были с большого футбола. Заурмаха, я все не вспомню. Заурмаха Раца, Андрей Воробей, Андрей Хамин. Может, вы пересекались в Арсенале, он был капитаном. Ну... Мы пересекались, но я не... Ну, ты, да, Андрюша был хороший. Худжамов Рустам. Я, Гришко Дима, капитан Олимпика. Санжар. Он же со мной в Денгофе играет. Да? Да. Дима? Да, да. Диме, да. Привет. Но он уехал сейчас. Он за границей. Очень хороший парень. Вот. Поэтому были с большой футбол, общался, классно. Но вот человек, который играл профессионально и сейчас играет... Повторяюсь, для меня это как профессионально в команде, тем более Громад, где все структура, где все четко, где у вас построено там и поле у вас там, да, и ну, все условия, все. Поэтому мне интересна эта история. Как я? Прикольно ответить? Да. Приятно. Мой вопрос. Первый, он всегда с грустцой. Как для тебя началась война? Твои эмоции, первые действия, переживания и вот как первые месяца все это у тебя прошло? У меня вообще сложная ситуация, семейная, жизненная, так сложилось. И
война началась именно в этот момент. И, в принципе, было очень много моментов, просто я не могу их сказать, так как оно есть где-то. Но это было очень тяжело, и у меня была задача, ну, сохранить семью, чтобы они были в безопасности, и я их вывез. Ну и эти первые месяца были, ну как месяца, это полмесяца. Я был с семьей здесь, в Киеве. То есть мы там бегали по убежищам. Мы жили на квартире на своей. То мы переехали к теще, пожили у нее, потому что там и есть куда бежать, бункер. И, ну, мы не понимали, потому что надо поддержка друг другу. То есть это так же, я думаю, так как и все, никто не понимали, куда. Потому что мы думали куда-то ехать, а куда мы поедем, это надо ехать кому-то куда-то. А куда-то на авось это тоже, ну, не сильно такой выход. Бежать, сломя голову. Ну и мы, типа, вот остались, уже взвешивали все за и против, что делать, как. Ну и приняли решение с женой, что надо ее отправлять за границу. Она очень была заинтересована в этом все. И отправил их с малым, с ребенком. Но она типа как бы ехала к нашим кумовьям, там потом к друзьям. Ну и в итоге там она потом разъехалась. Ну суть в том, что они уехали вот, вот так вот. Так у нас началось это все. Поэтому это... Очень, очень так поменяла все планы война, поэтому... Как грустно. Ты услышал, что началась война? Ночью? Не, я проснулся утром, жена перепуганная была, говорит, какие-то взрывы, и плюс еще малой заболел, ночью температура поднялась, и я не мог понять вообще, что происходит. И потому что я не мог долго заснуть изначально. Из-за этого, наверное, спал крепко и не слышал ничего. Ну, никаких звуков. А потом уже сирена пошла, и вот это ж мы не могли понять, что делать, куда бежать, что как. Пошли к тёще, малой заболел, помню. Да, в аптеках этих очередях стоял по 3 часа. Ну, такое, короче, жизнь началась, конечно. Ужасно началось это всё. Ну, пока что и продолжается это все, поэтому хотелось бы, чтобы побыстрее это все закончилось. Скоро, с Божьей помощью. Твой второй. Я... Твой второй удар. Почему именно сегодня ты меня вызвал? Да, конкретно. Я видел то, что вы играете за команду от ФК «Никос». Мне вот интересно узнать, что это за команда и какую роль... выполняете. Качает головой оператор, потому что знает, что такой вопрос, и отвечает 3,5 часа. Это мое детище, это команда, которую я создал 9 лет, я сейчас очень быстро, ребята, извините, у меня есть ребята, которые смотрят почти все выпуски, и они, не понимаю, вот, ты сейчас задал вопрос, они, пойду пельмени сварю, пока я буду отвечать, они уже знают. Команде 9 лет, до 25 лет я играл «Ты там, а я там» в любительский футбол. Ездил, кстати, знаешь, куда на просмотр? В ЦСКА киевский, когда они были в первой лиге, и на ВКомбра Ворской. Это когда-нибудь потом, мой кто-то спросит. Не спрашивай, третий вопрос. И до 25, потом спина, и 2 года я закончил. А потом вернулся, и тяжело уже было, большой футбол. Зима. А ты знаешь, что зимой делают? Катают 5 на 5. Угу. Товарищ Виталий Лозинский, добрый вечер. Федерации, когда мы играли там, создал команду, создал ребят, название, форма, все придумал, все продумал. Первые костюмы любительского футзала Киева появились 9 лет назад в ФК «Никос». Кипа. А, все, завелись в первую лигу Киева по тем временам. По тем временам первая лига Киева была не такая, конечно, как сегодня. Мне дали лучшего игрока, тогда я 2 года не играл, вернулся в футбол. Дали, но тогда, конечно, уровень был послабее. И все, мы начали 4 года играть в футзал командой. Но так как команда без, на самосодержание, какие деньги?
тут люди сами платят деньги, угу. ты знаешь такие команды, тут люди сами платят деньги, чтобы играть, то это же так вот, Сережа, Коля, Вася, одноклассник, товарищ, пришли, кто-то баскетболист пришел, кто-то каратист пришел, играем, а что это, а что он не прыгает, мы всю жизнь играли бы, а что он не прыгает мяч, и пока мы поняли, что он не прыгает, уже конец сезона, у нас ноль побед. И вот мы играли так 4 года в федерации, в первой лиге. Нас там волтузили все по-страшному. Всегда была одна команда, которая плюс-минус такие же, как мы. Там тоже со спонсором, но тоже ребята, работники. Вот с ними мы бодались. А так всегда. И вот я всегда эту... Потому что так и есть историю. Последняя игра у нас была с Интером. Хорошо тебе, уже знакомо. И вместо того, чтобы Вадику Дробашко предложить мне каких-то денег, просто так поддержать команду, Вадик на 6-0 уничтожил. И я сказал, все, хватит. Наигрались мы. И мы ушли. Сейчас мы играем в аматорских турнирах. Много-много лет аматорские, любительская команда без спонсора, это очень тяжелые вещи. Но я горжусь этим тем, что 9 лет команде, и 9 лет без спонсора, 9 лет вот так вот ребята скидываются, и команда существует, таких команд, это эти. Знаешь, ты профессор, ну, скажем так, ты профессор в большом футболе, уже ты уже такой на подходе профессор в футзале, 6-6, вот это все. А я профессор аматорского любительского футзала, футбола, мини-футбола Киева, где команды без спонсоров. Тут я уже профессор. Тут я могу тебе подрассказать, очень, всем многим, кстати, подрассказать, что такое тренировать, одновременно быть менеджером, развивать все это и т.д. и т.п. Я вот. Так понимаю, как президент, да? Типа? Ну, я сейчас, так я всю жизнь, да, то я все делаю. Я, да, да. Да. И сейчас самое, ну, так совпало. Я, знаешь, вот ты в Бога веришь, а веришь ли ты, что есть какие-то силы, вот, совпадение, судьба, карма? Конечно. Есть? Конечно. Ну, вот у меня так совпало. Я не знаю, как можно назвать. Создал команду в 2014 году, в январе, когда началась война. Была команда, команда, команда. По 5 человек бывало оставалось в команде. То есть я ее там воскрешал с 5 человек, там, опять до 10, до 11 максимум. И вот сейчас опять война. Правда, уже не январь, а апрель 22 года. И снова новое такое дыхание команды. У меня сейчас в команде 32 человека. Чего себе? 3 состава. Ника Стрию я создаю вот на днях. О. Третий состав. Угадал по количеству. Да, потому что мы играем с вами, ты играешь за Реал Мадрид. А, да? Мы играем в той же. Вы слышали, что сказали? Реал Мадрид. Да, да. Оговорка по Фрейду. Не просто так. Ты играешь за Реал Киев, вы играете там в Голд Лиге. Она же названа в честь Реал Мадрида. Да? Ну да, да. А, да, рассказывал же у нас. Рома Бакум. Да, Рома рассказывал. Рома рассказывал. Вот. Вы играете в Голде, мы играем чуть ниже вас. Вы там на первом месте, по-моему, вы сейчас обыграли. ЦСКА вы обыграли, да. 3-0 что-то, да? 4-0. Мы ЦСКА, мы Старс обыграли, сейчас тоже там боремся за первое место. Но там он играет, основная у меня команда играет, второй состав играет там в других чемпионатах, третий пока не создал. Мы играем в 4 турнирах одновременно. И сейчас, наконец-то я дождался, что я могу сделать голосование и спросить, ребята, кто хочет играть в большой футбол? Давайте людей вернемся, хватает. Пожалуйста. 20 человек уже подписалось, и вот сейчас мы хотим сыграть с какой-то командой товарняк, чтобы посмотреть, кто мы, что мы вообще в футболе. Потому что пока у нас только хирурги, менеджеры, айтишники в команде, у которых большой футбол играли там с других городов. Вот так вот. Пельмешки готовы? Пожалуйста, подключайтесь дальше. Третий вопрос мой. Или второй вопрос. Давай будет такой. Друзья, хочу сказать спасибо всем подписчикам моего канала, а также обратиться к тем, кто смотрит выпуски, но по каким-либо причинам не подписан пока. Для вас это не составит большого труда, а для моего канала это очень-очень важно. Поэтому прямо сейчас нажмите подписаться на канал, я буду очень вам благодарен. Мы эту тему не подняли, я его думал, задавать его не задавать, а так мы не подняли эту тему во время нашей беседы, поэтому я его сейчас подниму эту тему. Ты играл в молодежной сборной Украины, ты имел эту гордость, это, кайф этот быть вызван туда, поиграть под участием, или как, предводитель, как вот тренер, когда руководитель, под наставничеством Ковальца, игрок, тренер, там, легендарный для нашего футбола. Но несколько лет назад ты поиграл за сборную Украины по сокеру. Вопрос. Какие у тебя были эмоции, когда тебя вызвали туда?
такие же, как были много лет назад в молодежке? Или это уже было, знаешь, уже типа, ну да, ребят, сборная, да, я уже на опыте, что мне сборная. Ну, приятно, конечно, выступить, конечно, приятно, но я уже на опыте, я сейчас подскажу, расскажу, что как. Впечатления, эмоции, в Будапеште, да, чемпионат был? Да. Впечатления, эмоции, истории, возможно, какие-то, которые были там. Вот расскажи вот об этом этапе твоей в сборной по сокеру. Ну, эмоции только положительные. Ну, всегда страну представлять где-то, ну, это прекрасно. Это мечта каждого футболиста. Потому что ты понимаешь, что ты в обойме лучших в своей стране. Ну, то есть, тут как неважно, кто, как, что, ты попал туда, ты приезжаешь, ты представляешь, ты уже являешься одним из лучших. Ну, это, конечно, приятно. Я не думал, что я там, типа, какой-то там поигравший там приехал, что я там сборная. Не, ну, я как бы, опыт у меня есть, но это совсем другой вид спорта, во-первых, и, ну, совсем все по-другому. Ну, если сравнивать ту сборную, это, ну, чуть разные вещи. Поэтому и тут у меня уже роль другая. Там меня никто не знает, и мне надо показывать, кто я и что. А здесь, ну, я еду уже, представляю, то есть меня уже знают там футболисты и все остальные. И, ну, чуть в другом статусе я поехал. И я понимаю, что мне надо показывать результат, все там. То есть у нас, например, была пятерка, это наша склошки. Там, вот, ну, там только одно изменение было. Это атака, ну, это наша пятерка была, в которой мы играли в регулярном чемпионате, там, в Маракане, или Супербол, тогда он-то назывался. Мы чувствовали друг друга, все хорошо было. И из-за этого, типа, я уверен был, то, что, ну, я как уверенно себя чувствовал в команде, так же и в сборной себя чувствовал уверенно. Поэтому у меня не было там каких-то проблем с адаптацией или еще чего-то. Наоборот, хотелось поехать и попробовать этот ажиотаж, потому что, ну, за этим скучаешь. Потому что тот же Верес, например, там сборные, когда тебя вызывал там, то там чуть другой уровень. Ты понимаешь, что это, да, чемпионат Киева прикольный, классный, например, сейчас там на трибунах людей мало. И это все равно не те эмоции. Это, ну, не передать там на область, на аматоры, там где-то здесь играть. То есть это не те эмоции, которые объединяют там настолько много людей, там уже больше тысячи хотя бы, чтобы пришло, и там смотрели, там кричали, тебя душили морально. То есть это совсем по-другому. Ты закусываешься, ты уже эмоционально. Где-то кто-то плывет, кто-то наоборот начинает. Ну, тут уже индивидуально кто как справляется. Поэтому, ну, вот я за таким скучал, и мне вот хотелось. И вот я прям удовольствие от этого получал. Поездка прям вообще, тем более плюс в такое время выбраться за границу, изначально, это уже, ну, это прорыв, ну, такое удовольствие для каждого, потому что ты можешь развеяться, увидеть мир чуть дальше, и плюс сама вот атмосфера, ну, настолько футбольно все рядом, оно все так, ну, небольшое сделано, типа, но масштабно именно по организации. Все до мелочей продумано, то есть там для зрителей, для футболистов, там для администрации, там по бейджикам этим ходить, то есть там все классно. Фаны ходят, там фоткаются, там кто-то что-то, то есть все интересно, все классно. Много стран разных, тоже посмотреть там на других футболистов на этом же уровне, то что ты понимаешь, что, ну, все мы смотрим там разные профессиональные лиги, там Италия, Франция, Испания, там Англия. То есть ты смотришь и понимаешь уровень. А тут непрофессиональные ребята приезжают, и ты понимаешь, что интересно, ага, а этот, а как они играют? Ну, то есть увидеть это тоже прикольно. Ну, и оно было прикольно посмотреть на это все. И попробовать себя на этом фоне, в первую очередь. И ты понимаешь, что, ну, ты... что ты можешь себя проявить, где-то показать, и ты же знаешь, что там, если кто-то где-то играл, там где-то тоже интересно. Там разные, там, когда Англия приехала, там, мы думали, там, она рассказывает, кто-то там где-то, кто-то что-то играл, ну, а мы смотрим, они еще первую игру там вообще снесли, Аргентину или что-то, кого-то. Ну, вы тоже. Португалию, не Португалию. Ну, Аргентину, да, мы снесли,
А Португалию не. А они Португалию, что 4-0, ну там вообще там без шансов. Ну там по игре просто мы смотрим, думаем, ё-моё, думаю, ты сейчас нас тут полощат. В итоге, ну, вышли уже на поле, попробуем. Вначале чуть подзадохнулись, чуть воздуха набрали, потом уже успокоили чуть нервы. И, в принципе, нормально, вкатились, все нормально. Играли хорошо. Ну, а так, ничего, поездка классная. Смеялись, я говорю, там, истории, то, что у нас там и колесо отпадало, уже не хотели там, не хотела, чтобы мы доехали туда. Ну, вот это такие вот веселые истории, что были у нас там. Ну, а так, ничего, у нас, ну, говорю, и коллектив плюс поехал. Ну, вот я же говорю, что вот все пацаны классные. Я не могу, вот... Я, наверное, даже нету какого-то персонажа, который я мог бы сказать, что вот он какой-то мудак или мне что-то не нравится. Ну, типа, у каждого там свои какие-то нюансы есть, но как люди все хорошие. И вот все плотно друг с другом общаются, все знают про друг друга, что, как. И мы туда приехали, мы как братья выехали, и то и ржем все время, где-то все так, что-то классно. Говорю, хотелось бы только дальше пройти. Но это футбол, не всегда выигрываешь, как говорится, как мне говорили, три результата, главное, чтобы ты выходил, а тебе хлопали на трибунах, вот и все. Можно и проиграть, но с достоинством, поэтому, ну, не получилось с достоинством, потому что мы скрутились прилично, поэтому вот это вот было обидно, но ничего, это уже такое, это уже история. Твой третий, заключительный. Я так понимаю... Говорили, что они играли профессионально. Угу. Мне просто интересно, вот карьера, как начинали, где, чем заниматься футболом. Я не знаю, а что после пельмешек идет? Что идет после пельмешек? Можно майонезом помазать, чтобы лучше. Чаек с бутерами. Ребята, можно уходить, чаек с бутерами, успеете. Я закончил киевскую дюшку, дюш-14 на Троещине. Потом была футбольная команда на Воскресенке «Олимп». Я выпускник «Олимпа». Остался я и Андрюха, который сломал мне нос в 18 лет. Правый зайчик, как сейчас помню. Мы остались вдвоем с дядьками. Это вот мне сейчас 38. А тогда в взрослой команде было... Ну, плюс-минус ребята были 30-32. Я думаю, боже, какие они уже старые, кошмар. Куда я к этим дядькам? А сейчас... Был Олимп, а потом неприятная ситуация произошла с Олимпом. Хотя я к этой команде, я так и жил, помню. Если кто-то увидит, очень жалко. В нашем детстве, да, наверное, сейчас, не знаю, как сейчас, я не сталкиваюсь, а в нашем детстве очень часто была такая проблема у многих – деньги. Нужно было платить за секции, чтобы ходить. Я не хочу врать и придумывать, какая это была история, а я был уже выпускник, и там какие-то были условия, я не помню. Да, мне лет 17 даже было. Что-то с мамой там разговаривали, за что-то я уже не должен был платить. Меня там вот такие горы обещали, я помню. Боже, вот этих, среди этих любителей первой лиги Киева. Что меня повезут в Швецию, в Австрию, что есть данные. Мне такое рассказывали. Я хорошо относился и отношусь по сей день, вспоминаю. Игорь и Женя были два руководителя. Комков Женя, по-моему, так звали и зовут. Я надеюсь, руководители, и вот они мне рассказывают, мы тебя туда, ты самый талантливый из двух воспитанников, мы тебя туда-сюда, короче, ничего не получилось, никто никуда, естественно, не повез. И меня вот как сейчас, вот, знаешь, я представляю, как мне сейчас ребята, у меня есть ребята откровенно слабые, знаешь, вот у меня есть ребята во второй команде, ну, это такая специфика у нас, аматорского, любительского, точнее. Мне приходят 25-26 лет игроки, тебе сколько сейчас лет? Полных. 27. Полных, да? Полных. Когда у тебя 28? 8 апреля. Ну, вот 20, почти 20. А у меня приходит 25-26. То есть, ну, понимаешь. И они учатся бить по мячу. Я понимаю. Ты понимаешь? Они учатся. И вот с такими ребятами, а когда их в составе, а их, допустим, в команде там, в основном составе, с 10 человек, допустим, их 5. Я думаю, что не Дмитрий Шувалов, не Валентин Бондарь. Я думаю, что даже Гончаренко мало что бы сделал, я думаю, бы. С ребятами, какой бы ты тактиком ни был, что бы ты, ну как можно что-то, если
чуть-чуть проблемки у нас везде. Вот так в те годы был я там. Нас выпускали 17-летних пацанов на, как сейчас помню, 10-15 минут. В конце уже, когда же. А если что-то еще решалось, то нас и не выпускали. И вот ты сидишь, раз в неделю сидишь, два недели, эти 10 минут ждешь, выходишь потерянный, потому что как принято? Туда пас не отдал, пошел пихач, ну, по полной. Малой, куда? Ты уже ничего не хочешь. Ты хочешь уже, знаешь, как-то, маму щища, да, и все, ты убежал, и ты уже ничего не хочешь. Ты уже футбола не хочешь. Уже ничего не хочешь. Так и мы играли, а потом меня друг позвал за команду. У нас такая была, она и сейчас есть, такая, значит, называется Diamond League, в которой вы играете Реал Мадрид. Реал Киев. Diamond League. А тогда называлась, она была одна, христианская лига. Ага. Я думал, что я иду христианам играть. А я как бы в церковь, ну, не хожу. Я верю в Бога, но не хожу. Я думал, что приду играть христианам. Я эту историю запомнил всю жизнь, потому что первая моя игра в христианской лиге, я прихожу. Ну, то, что это поле легендарное, знают ребята местные, кто играл. У меня, кстати, есть тоже история, я там расскажу про христианскую лигу. Да? Ну вот. Я прихожу, а там какие-то команды, первая игра я приехал. А там же игра за игрой, игра за игрой. Играют какие-то две команды, эту историю многие знают, кто играл. Что-то они играют, и кто-то с кем-то пофыркался, там какая-то стычка. А я помню постарше, мне там лет 17-18, а им там 25, 26, 27, может быть, я уже не помню. И вот это, знаешь, когда стычка, и все заканчивается и расходится. А это не закончилось, и там какой-то был, как тогда любили называть, бандит какой-то был. Угу. И он говорит, и свисток все, он говорит, нет, ты сюда иди. А там такое, кто тоже знает, легендарное раньше поле, кирпичка-арена, мы его называли, на Левобережной, сейчас там комплекс новый, уже нет поля. А там такая лесопосадка была сразу за полем. И чудак достает ствол. И говорит, пошли. И я помню, вот это смотрю, первый мой приезд в христианскую лигу. И думаю, что, наверное, я не буду христианином в жизни. Наверное, надо оттулить. Вот, поэтому я поиграл там за две команды одновременно. Играл, потом был одним из создателей, там, кто знает, любительской команды ФК Печерск. Мы там поиграли еще, сидели на город Киев. Травма, я закончил. И последний год ФК Печерск, у нас тренер был, его просто знают многие, действительно, с большого футбола. Он, если моя память тяжелая меня не изменяет, он становился помощником Фоменко, когда Таврия становилась чемпионом Украины в 91-м году. Первый чемпионат, чемпион Украины кто был? Таврия, получается. Она, получается. Нет, очень умный. Да, он был, ну, у меня тоже память. А он, по-моему, был помощником. Виталий Белоконь. Mm-hmm. Он в КПИ сейчас тренер, я знаю, тренирует многие. То он пришел, то есть профессиональный тренер, который там тренировал, он, по-моему, он черноморец выводил с первой лиги в УПЛ когда-то. Если я ничего не путаю, я извиняюсь, может, я что-то путаю. Но он выводил точно кого-то в УПЛ. То есть профессиональный тренер, и тут он тренирует, приходит нас. И бывает еще свои, по-моему, деньги закидывал какие-то, если там что-то надо было на большой фон. Ну, это просто для нас тогда было, мы вот так вот, я помню, многие ребята вот так смотрели. Но я не вписался в тактику Виталия Белоконя, потому что мы играли 4-5-1 с одним нападающим, я был нападающим. А я нападающий такой тип, что у меня было только скорость и удар, у меня больше ничего не было. Скорость, убежать. А там цепляться аж надо. А там нужно и голевое чутье иметь. Которого у меня с рождения не было. Понимаешь? И там вот эти все подачи, а я как бы я не понимаю. Очень грамотно, кстати, позицию выбрали на поле. А? Голевого чутья нет, и пойду нападающий. Нет, меня потом опорный поставили. А, ну. И там это мое было. Там это борьба, борьба, борьба. Вот и все. Я закончил травмой, я тебе рассказал за Никас. Ребята, возвращаемся. Третий, заключительный. Давай он будет с двух таких частей. Первый под вопрос. За время участия, за время игры в команде «Верес» остались ли у тебя не товарищи, а вот какие-то, ну, скажем так, хорошие товарищи, друзья-верес? Ну, есть, конечно. С кем ты вот общаешься по сей день? Не каждый день, но общаетесь. Ну, вот с кем я общаюсь, то, в принципе, я могу любому. Я могу даже тому Валере Кучерову, там, то есть мы на связи. Потом Тарас Пинчук, но он уже сейчас не в Эресе, он воюет в ЗСУ. Он в Левом береге был после Эреса. Марат Даудов, он тоже в Эресе был тогда. Сейчас он
за границей вроде бы где-то играет. Ну, Ярослав Рафальский, он сейчас также играет со мной за Динахимку. С Вереса. Именно те, кто сейчас в Вересе есть, с которыми я общаюсь. Да, который был вот, когда был ты. Который был, ну, Миша Шестаков. То есть, если я ему напишу, то есть он меня не пошлет на три буквы. Этот, кто еще там сейчас? По составу так посмотреть, то он... А, сейчас Лебеденко пришел. Ну, это вообще со мной, это воспитывал меня еще в Сумах. Это мы играли вместе в Сумах, он сейчас в Верес пришел. Я не путаю, он был в Олимпике? Нет, это не Ваня Брикнер был. Он был там в Полтаве, играл в Лебеденко, он там играл в Елюс вроде бы, в Мариуполе он был. Ну, этого хватит. То есть есть ребята, с кем ты. Да. Ну, следующий вопрос. Назови для тебя, только без дружбы. Вот я дружу, поэтому он. Для тебя на период, когда ты играл в Эресе, три топ-игрока в Эресе, кроме себя, конечно. Ну, за все время, которое я играл. Период, который ты играл. Топ-3 игрока. Топ-3 игрока сборной по сокеру. И топ-3 игрока Агромата. Именно Агромата? Да. Я понял. Так, ну, в Эресе топ-3 игрока, которые я играл, это Боря Орловский, он у нас капитаном был. Это еще там во второй лиге. Вот он очень хороший. Наверное, тот же Марат Даудов и Тарас Пинчук. Ну, это вот, которые очень мне нравились. Ну, они как и люди хорошие. Хотя я с Борей Орловским, например, рылся на поле все время. Он всегда чем-то недоволен был. Поэтому приходилось пихать друг друга на поле. Но ничего. Но за полем были почти лучшие друзья. Этот, ну вот, это три в Эресе. Потом... Сокер-сборная. Сборная. Именно по сборной. Угу. По сборной это Иванов, Хруль. И Урик, ну, Уруцкий, будет топ-3. Потом в Агромате, в Агромате топ-3. Но я просто больше на полевых смотрю, типа вратарей даже не рассматриваю. Не трогаю. Отдельная каста. Да, да, там у них свой котел. Этот в Агромате. Ну, Барс мне всегда нравился. Он везде прям, ну, типа, машина. Барсук, Андрюха, Барсук, потом у нас, наверное, это будет Макс Мануйленко, мне нравится манера игры его, и Заворотний Яра, ну, этот, ну, они прям хорошие, ну, видно, люди опытные, сильные, мне нравится также, и, например, мне очень комфортно играть, там, например, тот же, там, Кадацкий, он такой понимающий, не знаю почему, но, типа, вот у нас как-то вот связывается, вот как-то это все всегда. Вы же в сборной, да, по-моему? Да, и в сборной тоже были. Друзья, по традиции конкурс. Сегодня у нас приз от Вани, вот такая футболка сборной Украины. А вопрос на конкурс будет звучать так. Если сейчас Ване позвонят и предложат какой-нибудь вариант с большого футбола в одном из клубов УПЛ, какой клуб ему подойдет максимально, в каком клубе ему будет комфортно и почему ему нужно будет туда перейти? Самый неординарный, самый необычный, самый какой-то общеобразовательный ответ – станет победителем, мы с Ваней выберем этот вариант ответа, и он станет победителем вот этой футболки сборной Украины. Участвуйте. Твоя сборная? Сборная, возьмем ее, сделаем футзальную, 4 полевых и вратарь, как в футзале. Но сборная из игроков и большого футбола, и футзала, кроме тех игроков, которые назвал топ-3. Где бы ты ни играл, в каких бы ты командах вместе, в Чехии, в Сумах, в Эресе, в Атлете, в Агромате, в Будмонстре, где, в сборной любых игроков, кроме тех, которых ты уже только что назвал, 4 полевых и вратарь.
Четыре полевых и вратарь, которые в футзале, чтобы играли. Неважно, где просто как сборная, просто как формата футзал. Ага. Ну, просто тут в чем суть, что и брать сборную, которая по-большому ее когда играла. Да, молодежку тоже можешь ребят взять оттуда. Я понял. Ну, просто там тоже люди там играют сейчас. Конечно. В Лиге Европы. Конечно. Но ты просто меня... не захочешь обидеть футзалистов и хотя бы одного назовешь. Не, ну просто там совсем другой уровень. Конечно, ну, типа, конечно. Там, я говорю, до той же Чехии я играл, то там нас из 8 арендованных 4 играло в Лиге Европы уже на тот момент. Ну, типа, перед тем, как они к нам пришли. Я говорю... Ты понимаешь, что это... Усложняю или облегчаю? Два с большого, два с футзала. Два с большого, два с футзала. Ну, два с большого мне очень нравился. Я забыл, как его зовут. Филипп, вспомнил. Филипп Гашек, это сын главного тренера, угу. был у нас. Он, не знаю, сейчас он играет там, где... Он в Чехии, он в премьер-лиге играл. Вот он моложе меня, но он прям вообще, вот ты на него смотришь, я не знаю, что с ним сделать. Вот что с ним сделать, чтобы его остановить вообще. Ну вот он очень сильный. Это то, что я видел. Потом, кто мне нравился очень сильно, Серега Горбунов. Он недавно подписал в Карпатах, вроде бы, если не ошибаюсь. Защитник, вот. Нет? Не, он полузащитник, ну он и в защите, наверное, может. Вот я на момент сборной, когда я был в сборной, то... Ну, честно, я не знаю, может быть, он тогда несся вот так вот. Ну, просто вот я смотрел на него и понимал, думаю, блин, ну, вот с ним очень тяжело что-то сделать. То есть, ну, я там могу, в принципе, любого того, Данченко того же взять. То, что они там уродовали так людей, что я смотрел, мне, я, слава богу, что я не против них играю, а за них. Этот, а и... Данченко справа, ты слева же, да? Ну, мы там плюс-минус, мы больше. Все на и Горбунов тоже на моей позиции, там вот это же были. То есть, ну вот я смотрел, и этот, тот же Андреевский. То есть, ну я говорю, ну тут тяжело очень выбрать, но типа вот мне очень запомнилось это, поэтому выберу их. А с футзала, ну вратарь это, наверное, Тара Коваленко будет. Потом два полевых. Ну, два полевых. Я думаю, что, наверное, Щирик будет. Щирица Юра. Он очень хороший. Не знаю, разбавим его столбом каким-то, Потапом. Чтобы они могли что-то повертеть. Покрутить. Да, да. Вань, ты не выиграл, конечно, Лигу чемпионов, Лигу Европы. Но у тебя есть свой жизненный опыт, футбольный. Ты прошел путь. Только наполовину еще, кстати. Еще в твоем возрасте можно еще потопать чуть-чуть. На сегодняшний день, на сегодняшний этап, для тебя твои главные достижения, что в футболе, что в футзале. И это не обязательно должны быть кубки и медали, и что-то выиграно. Это могут быть знакомства, человеческие отношения какие-то, тренера, с кем ты поработал, игроки, сборные. Вот для тебя вот особенное, что осталось вот до сегодняшнего дня достижения. Ну вот... Для меня достижение изначально было то, что я попал в сборную, потому что я не мог мечтать, например, там, я смотрел на людей, они играли по телевизору, а тут я уже вместе с ними, тот же там Юрченко приезжал, он еще в Байере играл, там, я говорю, ты понимаешь, куда ты попал. И для меня, типа, ну, это для меня было вот это самое, из-за чего самой большой гордостью, потому что у меня еще отец жив тогда был, и он самый счастливый был. Вот. Вот, вот это, наверное, скорее всего. Такое. Игра с Исоищину продолжается. Иван, он уже насмеялся, больше он смеяться не будет. Ваня, у нас игра. Тебе нужно выбрать один из вариантов. Это задание, которое тебе придется выполнить. Либо ты можешь откупиться от задания. Но мы уверены, что ты выберешь задание и исполнишь его. Выбирай. Давай я его еще потасую, чтобы это все было шахер-махер. Выбирай. Так, кругленький, да, сначала? Ивану выпало спеть. Ну что, по поводу песни у нас. Quest Pistols, ты неимоверно. Давай. Кожен сантиметр, кожен край душі і тіла, все, що забажаєш, обирай. Все, чого хотіла, поцілунки і слова.
Твоє плаття біле, чорне разом, ти і я. Ти неймовірна, ніжна, чарівна, поруч з тобою поводжуся дивно. Як це змінити? Це просто насилля. Ти така чарівна і така вільна. Браво! Вот. Браво, Іван! Он може грати не тільки футбол, а ще й пісню Quest Pistols.